Всем привет, дорогие зрители! Нашел четырехкомнатную квартиру с видом на море. Район Махмутлар, улица Барбаросса, 3+1. Тут у нас парк, вид никогда у вас не закроется. Здесь у нас этаж средний. Вот такое здание, фасад здания. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Такой просторный балкон, который можно застеклить. Одноуровневая квартира, 3+1. Здесь у нас бассейн, есть генератор, зона барбекю. Так. Айда, тут 100 лир. Зданию 15 лет. Вот такая гостиная. Тут мрамор. Продается с мебелью, бытовой техникой, но думаю, что надо много чего поменять в этой квартире. Почти отдельная кухня. 135 квадратных метров брутто, жилая площадь приблизительно 115. Вот почти отдельная кухня. Бытовая техника у нас старенькая. Вот вид с кухни на море. Здесь у нас прихожая. Один лифт. Так, здесь у нас спальня. Вот. Здесь сторона север-восток. Время съемки 16:00. В левой стороне у нас просторный санузел с душевой кабинкой, стоит накопительная система, бойлер. Так, в правой стороне у нас дополнительная спальня, скажем, детская. Эта сторона уже юго-западная. И хозяйская спальня со своим санузлом. Сейчас покажу санузел без душевой кабинки. Так. И у нас еще тут один балкон. Вот такой балкон. Вот вид на море. Тут большой парк Махмутлара. Подведем итог, дорогие зрители. Квартира стоит 94 500 евро. Требуется маленький косметический ремонт, нужно поменять всю бытовую технику и какую-то мебель. Обойдется вам где-то 1500-3000 евро между ними. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь, если все еще не подписались на наш канал Paradise Alanya. Недвижимость в Турции. С вами был Агаси из солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.